В этом видео вы узнаете, как повысить эластичность всех сосудов в организме, укрепить сердечную мышцу, простимулировать работу кровообращения, защититься от атеросклероза, деменции и слабоумия, а также избавиться от всех воспалений в организме и улучшить усвояемость железа. Речь идет о пасте из простых продуктов, которые и сосуды очистят, и работу кишечника улучшат, и пищеварение наладит, и от тромбоза избавит. Сделать такое средство очень просто, и для этого понадобится несколько ингредиентов. Через мясорубку необходимо пропустить курагу, изюм, чернослив и очищенные грецкие орехи. Тщательно перемешать полученную кашицу и смешать ее с натуральным цветочным медом. Желательно, чтобы он был свежий и жидкий, но если у вас стоит только засахарившийся, не беда, просто растопите его на водяной бане. Затем всю эту смесь переливаем в стеклянную банку с крышкой и отправляем в холодильник. Хранить ее можно в течение 60 дней, поэтому вы точно успеете слопать всю и получить максимум пользы. По желанию для вкуса можно добавить и другие ингредиенты. Лучше всего употреблять ее за 30 минут до каждого приема пищи 3 раза в день по 1 столовой ложке. Для детей доза будет составлять не столовую, а чайную ложку. Результат в организме вы почувствуете уже через пару недель после употребления этого очень вкусного, питательного и полезного состава. Приобретая товары по нашим ссылкам в магазинах наших партнеров, вы получаете лучшую цену и помогаете развитию канала. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте все необходимое. Стараемся и работаем для вас.